Добрый день, дорогие друзья! Вот сегодня я хочу познакомить вас с замечательным человеком, который любит животных. Знаете, что у нас в Рычаковском много диких таких брошенных собак? И вот этот человек, Екатерина, она уже на пенсии, носит вот такие тяжелые сумки. По 20 килограмм. Специально для собак. Приют находится вот здесь, за церковью, через железную дорогу. Все это надо нести. И в холод, и в стужу собаки хотят кушать каждый день. Вот уже собачки. Это сами хозяева завели. Да, он у нас, видите, лапка болит, парализованная. Это музыка на 10 лет, ноги болят. 10 лет собаки? Хозяин умер, вот 4. Видите, как их собаки ждут. В приюте 18 собак. Вот еще один Димка. Димка, да, его зовут? Молодая, да. Иди кушай, иди. Вот люди бросили с огородов, прибился. Вот и сам приют. Стихийный. Чтобы не подбрасывали, а вот подбрасывать будут, еще не помнишь, написать. Вот так девать некуда. Здесь 4 руки, 4 руки. Собаки тоже злые. Они накинутся, они? Ну, сейчас я зайду, посмотрю. Надо только зайти, закрывать обязательно. Иначе они у нас убегут. Да. Давайте я, может, а пока здесь постою. А там не будете. Сейчас надо открыть. И ключ пытаюсь найти. В прихожей постоим и все, замотаем. Мишка, пришли тебя заснять, пришли, пойдем. Вот у него хозяин умер, он его всех на заре привязал памятник, как да, потому что завел бабушку себе, деду. Она будет убирать собаку, и вот он выбрал. И потом сам от переживания умер. А его нам привезли. Вот там кормили, мы жили все. Он у нас толстый. Он опять вытащил. Ну-ка, сейчас вот такой самодельный. Не бойтесь, давайте. Приют. Все, не пойдете. Ну сейчас. У вас...
тут такой вот загон импровизированный для выгула. Тоже все сделано из того, что найдут. Что принесут. И вот женщина отходит, убирает за ними. Восемнадцать собак здесь живет. О, щенков-то тут сколько! Я пока кормила, вы заснимите, да? Уже взрослые щенки. Там один, а какие-то там у нас, какие-то не покормила, сейчас обидится, меня съест. Он у нас там в вольере. Вот у него изнутри из сарая. Наши разозлились, вот эта чапа, которую кусал, и покусала лиску, мы ее кобелю, она стерилизованная. Давайте я пока тебя щипаю. Но. Они добрые? Не, они это, прыгают они, нафиг. Они у вас одежду порвут от радости. Да, они и это, счастливые уже... такие. Меня все порвали. У нас 4D. Зовут Джесси, Долли, Даша. О, нет, это она и Дина. Черная Дина. Как радуются. Да, вот радуются. Чтобы было хорошо. Вот говорила, замораживают еды, да? Замораживают половину девчонки. Где тазик? Где один тазик? Я туда ставлю тазик, потому что не доедаем, чтобы будки долетали. Вот опять не доели, все замерзло. Я вороном кормлю. Вороны доедают. Иначе потом кому попадет, косточка кормит. Горячие. Я как ночью варю, закрываю полотенцами. Там все путем складываю, все горячее. Вот такое здесь еще есть. Акита, американские акита. Весь корм уже задал, коврик разодал, видите, только постелили, сено влили. Он молодой, да ведь? Ну да, ему, если он 2,5 было, может, год-полтора, ну, наверное, около 4 уже. Вот желающие можете забрать американские акита. Угу. Частный дом, потому что квартиру он разнесет. Не, квартира, да, это не вариант. Только частный дом в деревню, может быть, в коттедж какой-нибудь. Но вообще никто не откликается. Одна только женщина приходила, смотрела. Да, ну вообще. У нее какая-то плитка мелкая. Хотела туда ее уже затолкать.
Вот такой тут житель есть. Какие-то породистые. Что, ребята, жители города Чайковска, вот женщина одна практически помогает собакам брошенным. Чашка кофе стоит 100 рублей. Так вот, не выпейте одну чашечку. Перечислите, пожалуйста, эти 100 рублей по номеру телефона. На эти деньги купит костей, макарон, каши для этих собак. Эти собаки 18, они не бегают по городу. Они находятся здесь, в приюте. Ваша помощь — это одна чашка кофе. Вот приют помощь просит о помощи. Всем спасибо.